14 апреля в 12 муниципальных образованиях Чувашской республики прошли дополнительные и досрочные выборы в органы местного самоуправления. В Чебоксарах выбрали депутата по одномандатному избирательному округу номер 8. Им стал Виктор Горбунов. Также досрочно выбрали 11 глав сельских поселений, 2 депутатов представительных органов муниципального района и 10 депутатов представительных органов сельских поселений. В целом выборы прошли организованно в условиях тесного взаимодействия всех организаторов выборов, это избирательные комиссии и органы местного самоуправления, и органы внутренних дел. Особенно хотелось бы отметить Федеральную миграционную службу по работе со списком избирателей. Была высокая активность политических партий и, что особенно приятно, большая активность со стороны самих избирателей. Из 35 тысяч избирателей, которые могли проголосовать, более почти 19 тысяч проголосовали, это 56%. То есть у нас явка от выборов к выборам растет. Что касается результатов, полученные результаты позволяют говорить о том, что их никто не будет оспаривать. Преимущество в диапазоне от очень убедительного до подавляющего. И из 25 мандатов, которые были распределялись, все 25 получены представителями одной партии, партии «Единая Россия».